Всем привет, Алексей Халецкий у вас в наушниках, и вы на канале Лёша Играет. Это очередная моя турнирная партия в Norsgard League на моем Discord-сервере. Ссылка есть в описании, как туда попасть. Очередное ФФА, давайте смотреть. Парни, кого нету-то? Чувака на втором месте нету. Марата нету. Он будет? Нет, он нашел спать. Давайте тогда каждый... В вашей партии, кроме него, получает по одному очку. Ну да, потому что считается, как сдался. А почему по одному очку мы получаем? Так, потому что нету одного, один не явился, типа. Это считается, как он сдался. Так, опять ворон. Будем исправлять ошибки прошлой игры. То есть, вы хотите сказать, что сейчас на пятерых будет сбалансированная карта, да? Да. Как на шестерых, фуфах, это не балансится. Смотри, количество ячеек не меняется. Просто оно уже балансно не между шестерыми, между пятерыми. Нет, то есть расположено будет нормально, да? Да. В теории, да. Сейчас как раз и глянь. Ну, по-любому, как бы, вы получаете одно очко как компенсацию за то, что нет игрока. Хорошая компенсация. Так, есть одно место, где ставить. Не, ну, 14, гавань, конечно, ну 3 гавани точно будет. Йотун 26 атаки. Явно тут еще будет гавань, мне так кажется. У них сильны сами по себе. Они стоят мало денег. Ну, сразу вот эту колонизируем, чтобы... Нет, должны пофиксить. Исследовать руинки. По крайней мере, с медведем халяв. Потому что у змеи, так, давайте которая... дерево добивать, я просто добывать волка все равно. Тут сейчас будет много дерева. А и ворона что-нибудь усилил бы. Хотя не знаю. Ой, медвежий. Ворону нужно уменьшить стоимость наемников. Дерево я бы сделал какой-нибудь военный какой-нибудь бонус особый. Не, это будет нечестно. Ветры балансный. У него есть и плюсы, и минусы. Оленя ты бы оставил таким какой? Нет, я бы сделал, чтобы слабые места не занимали, потому что олень сейчас, слабый. Так, давайте тут лучше эту. 15% производства, когда будет слабое. Так, давайте ставить. Спасибо, Shadow Games. Ну ладно, пофиг. Знаете, как бы тут нету территории, но здесь просто стратегически выгоднее. Шаурму либо играть в Норгард, но шаурма важнее. Тут стратегически выгоднее поставить военный лагерь вот в этом месте, поэтому там его поставлю. Сейчас еще куча дерево придет, мы сразу поставим гавань еще. Эти 200 дерева сразу дал и еще денег. Так, пожалуй, сразу давайте займемся зачисткой. Вот это тут, потому что тут у нас две овцы имеются. Что у меня сейчас будут проблемы с едой, так как я в гавань оставшихся посажу ребят. Так, тут что? Тут тоже волки. Блин, может тех зачистить волков и славу получить. Опять вулкан хрен знает где от меня.
блин, напали волки. Мне не хватит сейчас воинов, силы. Не очень удачно вот это. Так, гавань завершена. Давайте эту колонизируем. Тут волки, там зеленый снизу открывает. Так, давайте попробуем. Ребят, люто странная карта, вообще люто странная. А что с ней? Ну, я вообще заперт горами. Ну, тебе хорошо. По факту, да, мне прекрасно. Я наоборот открыт. Для предложений? Похоже на то. Не, должны убить, по идее. Отлично. Так, забираем. Тут надо башню Лёша, построить. Лёша, я опять возле тебя. Так, наверное... Не, пока не будем резать, давайте ставим башню тут. Рядом со мной, короче, самый говёный кемп, который вообще существует в этой игре. Нет, давайте зарежем. Логово волков, на которой каменный... На котором каменный голем? Да. На котором каменный и все. Каменный голем, да. Он самый. Так, все, давайте пока вот тоже хорошее место. Нужное. Но пока скаутов. Слушайте, а может, блин, мне вообще вот этих волков надо бы зачистить. Но на самом деле, ну, чего не добежали. Как дела там у вас? На самом деле... Все хорошо. Блин, опять. Где напали? Ну, серьезно. Тебе нехрен делать? Они у меня, кстати, мне нужно было убрать двух волков, потому что они с моими тремя тетерами граничат. Они меня вечно бы атаковали. Напал ты на меня нафига? Ну так я могу... Либо на тебя, либо на нейтрала. Выбор небольшой. Это лучше, чем нейтрал. Я бы, если честно, за медведя пофиксил бы просто, чтобы призывать повторно медведя 150 еды. Все. Ну да, кстати. И эту воительницу не за 150, а за 200. Ну, это уже дорого будет. Ну да, да. Слушайте, реально нефиг делать? Это тот же самый воин. И что? Ты понимаешь, что у меня было два волка, и мне их очень нужно было почистить. Я почистил, у меня выбор. Нафига ты на меня нападаешь? Ты мой оппонент. Ты красивый, Лёш. Всё, успокойся. Да. Всё хорошо. Всё. Так, каких мне лучше волков чистить? Наверное, вот медведь, этих давай пока. Союз. Центурион. Центурион, давай нет. Я думаю, что мы его попилим с двух сторон. Не надо, пожалуйста. Ну ты уже как-то себя, видишь, плохо ведешь в самом начале игры. Штраф за милитаризм. Жить нужно дружно. Ну правильно, а ты так не делаешь. Я тебе взял, да и подарил боевой опыт. Это был подарок. Такой себе подарок. Не, возьму территорию. Так, надо сюда
Звезды на погонах, Алексей. Так, нам нужно дерево где-то добывать. Вот тут явно территория с лесом, но я до нее хрен знает, когда доберусь, поэтому надо здесь где-то поставить добычу леса еще одну. Что не до это до 8-го года. Кстати, да, идея хорошая. Так, сразу добываем лес. Блин, и дом надо строить. Дом и добычу камня. Лёша, если честно, то большое тебе спасибо, что ты помог сделать этот турнир. Это не значит, что я не буду да, сейчас с Центурионом против да нет, тебя. Это с этим не связано с игрой. Просто реально без группы это было бы сделать сложнее. Центурион, это мое железо, ты знаешь? Он пытается как может. Вот да. Это вот называется, давайте дружить до 800 там какого-то хода, но это мое железо. Да. Ну это реально мое железо. Ну, приди и возьми, видимо. Ладно. Ладно, придется зарезать овечку. Так, надо камень добывать уже. Или еще одних этих построим пока. Оленей. Вот эти меня волки смущают. Они сейчас будут периодически тут нападать. Их бы зачистить, конечно. И вообще, пока мне дерево так не нужно. Вот сейчас я построю... Давайте, может, этими двумя дуболомами зачистим этих... Волков здесь. Можно начинать исследовать территорию. У меня уже золото дофига. Да, наверное, давайте так и сделаем. Блин. Сейчас вот этим вот этого одного. Так. Так. И так. Волк еще так отошел. Так, нормально, все. Зачищено будет. Ребят, большая просьба. Могу ли писать паузу на 30 секунд? Я быстро. Конечно, на 30, мы все равно не снимем. Убьем все уже об этих драугров. Драугры не скоро будут нападать отсюда, поэтому их на них можно пока подзабить некоторое время. Так, давайте, наверное, добычу камня. Причем вот здесь, где этот фиолетовый недалеко. О. Это зеленый, видимо.
волками. Так что мне надо вот эту территорию захватывать и башню тут ставить, похоже. Блин, что-то все как-то неудобно. Но это важная территория, потому что эти призрачные ребята, это очень крутые юниты. Надеюсь, он не исследовал просто еще ее. Довольно быстро апну ратушу свою. Что у меня уже 5 камня было от захвата этих волков. Этих призрачных пока не буду тут находить. Чуть попозже. Хотя, кстати, можно найти и вот сюда отправить, чтобы он разобрался с этими драуграми. Они просто минус 10 счастья дают. О, холодный год будет. Мне бы, на самом деле, здесь и здесь склады поставить. Блин, мне нужно дерево. Мне нужно дерево, мне нужно склады. Мы открыли. И здесь у серого открыли территорию. Вот мне я бы фиолетового открыть и у синего. Блин, у меня даже 1, 2, 3, 4, 5 гавани возможно. Ни хрена себе. Так, давайте склад строить. Сначала здесь. Я думаю, что я смогу еще один склад построить, и я потом накоплю еще дерево. Еды как-то с едой мало у меня плюса. В еду. Так, 2 месяца, может и не накоплю, кстати, дерево, блин. Не, давайте, знаете, что не буду я. Нормально, по идее, мне должно хватить. Давайте я не буду пока дерево тратить. Или накоплю все-таки, блин. Ладно, давайте построю. Заодно проверим. Камень у меня, конечно, как-то странно расположен. Аж в 3-х радиусах от меня. Я такого не видел. Обычно камень в соседних клетках всегда есть. А тут как-то... О. Ага. Слушайте, может мне захватить вот так эти территории, чтобы... И камень получить, и не дать волку фармить. Он может его отбивать обратно, эту территорию, я не против. Как вы думаете? Надо быстрее думать.
А, ну плюс еще, видите, у меня острые топоры, так что нормально, да. Наберу я. Будет 125. Ну, денег у меня, по идее, есть на захват. Тут еще эти. Слушайте, те, кто переживает овечки. Равное количество очков, я буду учитывать количество побед. То есть, если человек, ну, второе, третье место равное количество очков, а побед количество разное, то дальше тот, у кого будет больше количества побед. Я же еще пишу, вот, не зря. Что, правда, зеленый может прибежать, помешать мне захватывать. Чтобы не забыть ничего. Ну, сами понимаете, это 50 славы, во-первых, спасибо. Во-вторых, овечки. Он может прибегать, я не против того, что он захватил обратно эту территорию. Я считаю, что 165 монет того стоило. Ну что, вся к зиме готова? Морально, да. Серёж, а ты пошел через полотнище дело опять? Чего? Ты пошел через быстрое полотнище дело? Конечно. Мне страшно. Хотя мне так уже... Нет, все уже... У меня сосед волк опять. Сейчас я попытаюсь давний спор игроков на гард, добывает ли горняк раненый меньше или медленнее. Удиви. Просто медленнее. Медленнее, конечно. Альберт считает обратно. То есть, когда ты получаешь йорда, то есть ты считаешь 30 плюс 30 плюс 15, и у тебя не 75 не выходит? Ну, я считал на железе. Когда я туда клал раненых, у меня получалось меньше железа. У меня получалось не кратное 5. В смысле, если у тебя взят умелая разработка, получается 26. Если у тебя не взято, получается в любом случае. Даже если они обосраны и пьяны. Я сейчас сделал специальный клон оленей, чтобы... Совсем дела плохи, мне кажется. Вот я балбес, я ушел до мясоруба и в метели забыл кинуть туда человека.
Альбер, что лучше, гарпуны или зимний праздник? Это знаешь, как тебе камнем в голову дать или кирпичом? Не то и не то. Так, вот сейчас важный водораздел. То есть за ворона, конечно, диковинные товары важно идти. Важно острые топоры взять в любом случае. Но дальше либо развитие, вот до странников играть, либо на до улучшенного снаряжения. В прошлой игре я пошел вот по верхней ветке. И мне не хватало силы, чтобы воевать ни с кем. Поэтому я в улучшенное снаряжение. Не буду допускать той же ошибки, пойду в улучшенное снаряжение. Если мы уже решили идти во все тяжкие. Ну вот сейчас я одновременно поставлю двух раненых. Тебе будет легче экспериментировать на камне за один месяц по секундомеру. Или за. Если не хочешь мучиться, то просто за весь камень. Да у меня 150 еды, сейчас проверю быстро. А где эльфы, кто скажет? То есть у тебя. Нет, нет, нет. Стрелять тебя, да? Медленнее, Берт. Что? Медленнее. Что медленнее? Добывают раненые. Я потом сам перепроверю. Ладно, может быть так и есть, я ошибся. Но проверить. 20% как раз вот. Да. А под пирами быстрее добывают? Да, под первым точно быстрее. Ну вот сейчас. Уезжай. Да, под пиром, конечно, быстрее. Что? Просто вот вы. Ну откройте карту, вообще забейте. Это кто говорит? Это говорит Сумич. Угу. Потому что черный будет меситься только с оленей. Не-не-не-не-не-не, мне не надо этого. Ну. Эти раненые добыли сейчас 8 камня, а не раненые уже 11. Ставим теперь везде гавани. 5 гаваней, по-моему, это просто очень большая заявка.
на победу. Так, теперь давайте апнем, наверное, добычу дерева. Раненый 12, не раненый 15. Шубу возьму. Так, сейчас апнем оленей. Пиром добывают. В камень тут счастья достаточно, чтобы. Не-не-не, со мной драться не надо, бараки тоже строить не надо. Центрион, это я тебе говорю. А то что произойдет? А то ты проиграешь, да? Да, я не хочу проигрывать. Так, давайте, наверное, здесь добычу железа организуем. Так, дальше апаем гавани, пожалуй. Ну и мне надо бы, очень хотелось бы землетрясение, ну, извержение вулкана. Ну да, быстрее. Мне камень нужен. Раз, два, три, четыре, да? Пять гавани, а тут еще шестую можно будет поставить. При большом желании. Так, наверное, давайте улучшаем еще дом и улучшаем еще гавань. И еще сейчас одну гавань улучшим. Не, 5 гаваней для ворона это что-то. Это что-то нереальное. Честно говоря. Тут будут драугры, а где у меня драугры? Только в одном месте, причем где? Ну их, правда, два. Но, тем не менее, сейчас улучшим скаутов и зимой пойдем исследовать этого. Обратите внимание, что вот ну, не тот ворон, не я. Добыли, у раненых осталось еще 6. Рейды там не делаем, потому что деньги нужны. Деньги нужны вот тут для улучшенного снаряжения. Да. То есть за воронов, а как раз в прошлой Фигуры партии говорят, этот вот суккубочка победил. И он знает, как играть в эту игру. Так, давайте улучшим оленеводов. И побежим. У меня есть еще овца. И тем более, что холодная зима уже была один раз. Ну да, на 20% ровно. 6 камней осталось. Ну ладно, я был неправ. Все, используем сейчас овцу. Так, что ты меня, суккубочка, исследуешь, а? Странников, да, делаешь? Уже вышел в Странников, кстати. Так, я думаю, что можно уже овцу использовать и побежали сюда этим. Нам надо бы еще в мореходы посадить. Пока у меня еды нету, но я думаю, что я сейчас апну еще вот этих вот.
Ну, в общем-то, я спор разрешил. Да это, по-моему, понятно было. Если даже написано в игре минус 20% к скорости, то как может быть по-другому? А там написано не к скорости, написано меньше ресурсов. А по-английски что? Потому что русский перевод, он дебильный всегда. Возьму умелую разработку. Был не прав, ошибся, значит. Ну, кстати, можно вот эту территорию сейчас попробовать еще зачистить. Этим. Как его? Берсерком моим. Так, все, по-моему, да. Это все исследовано. Так, когда там уже? Черного выхода только на фиолетовый. Ну, а вы все остальные в перекрестном, а у меня только на зеленом. То есть зеленый не жилец, я так понимаю? Ну, перед ним и мной такой оборонительный веселый редут, что... Я смотрю, блин, я пока это все дело пропушу, я просто армия. Бери убийцы чудовищ, педаль. Смешно. Так. Я отправил тут чинить. Давайте полечим еще. Надо зачистить уже эту территорию. Надо вообще это исследовать еще. Может, тут что вкусного? Так, тут понятно, что серый с фиолетовым будут воевать. У меня очень плохое предчувствие, знаете. Прям очень. Все будет хорошо. Предлагаю потом, ну, после игры таблицу в видео поместить, что, мне кажется, так будет интереснее, чтобы зрители увидели. Ну ты таблицу тогда нормально сделай, а не чисто текстом там каким-то. Какую-нибудь таблицу, хотя бы в Google Docs как бы оформи. Окей, попробую. Сложно, сложно, непонятно. Так. Где у меня есть Excel даже? Население, так, эти мы... Давайте я, наверное, нападу. О, он тут бежит. Так, стоп. Возьму, отступим. Так, сейчас тут прибежит этот парень. Сейчас мы его убьем. Теперь атакуем драугров, потом будем лечить. Это все починило. Давайте, наверное, строить лагеря. Ну, нормально. Все, лечимся. Леша, ты не против, если я заберу круг камней там, где 4 драугра? Против. Он тебе тоже нужен? Ну, конечно. Круг камней, ну серьезно. Обычно не нужная никому территория. У меня просто территория закончилась, в этом и проблема. Хотя вон там серый есть. Как если я с ним начну воевать, потом и ты вступишь в войну против меня? Все может быть, да. Да.
Центурион, ты за кого играешь? Так, ну, я думаю, что пора вот этих призрачных ребят получать. Так, что мне тут исследуют скауты? Ты мне только скаутишь, а чё я так боялся тебя? Надо, наверное, я не знаю, даже убивать мне этого медведя, не убивать. Я не хочу нападать на зеленого, потому что он сдерживающий фактор для синего на самом деле. А вот у меня с территории, смотрите, 8, да? 9, 10, 11, 12... 13, то есть мне только одну территорию надо будет где-то получить. Так, надо дом построить. Кстати, вот на этой территории построим. И построим дом, устроим пир. Лёша, не хочешь союз на 2 годика? Нет. На годик? Нет. Центурион, а ты не хочешь? Я просто очень не хочу умирать. Так живи, борись, кушай. А... Против двоих дефаться будет очень сложно. Ну, в прошлой игре ты отдефался? Я отдефался, потому что я придумал, кто мне сможет в этом помочь. В смысле, вырываться. Так, лол. У меня территория 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 территорий, а нужно 14. Ну, вот еще... как ты думаешь, почему с тобой никто мир не заключает? Потому что, наверное, тебе нужно 14 территорий, если один из соседей заключит с тобой мир, то ты нападешь на второго, чтобы получить эти 14 территорий. Наверное, как-то так будет, м? Ну да, только сейчас, пока я не снесу союзника, мне нет куда взять эти 6 территорий. Я даже не знаю, давайте мудреца улучшим. И улучшим юнит. Стоп, а где у меня... А, фу, блин, я думал, я воеводу потерял, он просто не улучшается. Фуф. Так, пойдем. Ну, вообще, сейчас я вот этих получу, и с их помощью пойду медведика убью, потом вот эту территорию зачищу. Потом можно их вот тут вот держать. Волк, а ты можешь не дать ворону вот этот камень получить? Не может. Иначе я его убью. Не, вот серьезно. Вот я просто открыл всю твою территорию. Даже не пытайся. Нормально. Это ж ФФА. Чуть ему не пытаться. Да, ну, в принципе, да. Чего ему не пытаться? Нет, да если он хочет жить... У него есть выбор, если он жить не хочет, смотри, если ты хочешь жить, ты меня атакуешь. Если ты не хочешь жить, ты меня не атакуешь. Не хочешь жить, окей, ладно. Подожди, ты ему сказал то, что если он хочет жить, то ему может тебя атаковать. Не, зеленый, я как бы не про то, чтобы типа синего нападать, но чтобы он вот этот камень не брал, вот эту территорию, которая нейтральная между вами, это, по-моему, важно. Да, сори, зеленый. Я, вот честно, я не виноват, что ты, короче, опять рядом со мной. Ну все. Спасибо.
Подступим и вот этого выдвинем вперед, чтобы не потерять. Ого, сколько у меня дерева, слушайте, надо завязывать уже с деревом. Так, мне надо построить на самом деле рынок. Ребят, так, если секрет, то какие планы на игру? Я играю на четвертое место. Я так понял, что в турнире можно на место играть. Я буду четвертое. Я согласен на четвертое. Челиня, ты тут? Да, я тут. Можно на четвертое место играть? Ну это абсолютно бессмысленно. Тебе даже очки не дадут. Центурион. Зачем мне очки? Я и так в очках сижу. Просто проблема то, что... Ну, если два игрока делят какое-то место, то победа все равно решит спор. Конечно, можно играть все время на второе место там и занять второе место в группе, как бы. Но это как бы, не знаю, все, человеку, скорее всего, придется победить в какой-то игре. То есть, если человек играет по определению на победу, он не выйдет из группы. Так, нужен рынок, нужно еще мореходов, пожалуй. Я даже напасть ни на кого не могу, уже пятый не год. Можешь. Да, потому что если нападу на одного, я его первый не снесу с первого раза, а второй ко мне придет второй. Вот чем тебе помочь в этом, Альберт, скажи? Мне нужен союз. Сердце мое полно жалости, но я не могу предоставить тебе это. Центурион, что ты думаешь о моей идее поделить кобальдов пополам? Собрался, Нейти. Не надо, не делай ошибку. Ты не снесешь мне, не делай воинов, блин, не делай. Блин, я не пропустил. Надо. Тут зеленый на. Я сделал 20 воинов у каждого по 17 атаки. Ты мне не снесешь, только ресурсы потратишь. Не надо. Сделай правильный выбор. Напал. Зачем ты напал? Зачем? Как он напал? Ты на меня напал. Скажи. Должен успеть. Я на тебя вообще не нападал. Я на твою территорию первую не заходил. Зачем ты на меня напал? Все, не трогай зеленого. Иди бей синего. Будь в дым его бить. Это да хорошая идея. Я не собирался на самом деле зеленого убивать. Зеленый и центурион могут вдвоем бить синего. Только меня не бейте. Так, и вот эту территорию тоже не трогай. Что началось с синей? Лёша, давай ты будешь воевать с синим, а я буду воевать с медведем. Я думаю, мы с синим договоримся сейчас, нет? Синий. Нет, камешек нажал, он красивый. Не, вот тут я не могу тебе помочь. Ты же понимаешь, что это, если забираешь камешек, это очень прямой путь на победу с лавой. Так что, славы нет. Ну, а, если славы, нет, нормально, если нормально, нет, то нормально, не забирай. Нормально. Кстати, слава, неплохо. Посчитайте территории синего на всякий случай. Типа у меня 8 без потенциала роста. О. Вот
ты можешь 4? Ну, потеряем немного. Триста славы, алтарь, он выиграл. Так, рост населения у меня есть. У меня территории нет, к сожалению, вообще. Ну, пока что нет. В прошлой партии у тебя тоже не было экономики вообще. Я убил соседа. Сейчас надо поднакопить много денег. Волка снести, все. Армия. Будет. И пойдем. Рост населения есть, то есть мы быстро сейчас восстановимся. Так, что-то горит у меня. Ага. Так, мне нужен камень, чтобы вот эту давайте добавим территорию. Исследуем. Возьмем странников тут. Исследуем эту хрень. Так, что по территориям? 10, вот это 11, ну тут зеленого вынесли, считать, ну считайте вынесли. Слушай, опять ты к нему лезешь, ну. Но я не виноват, что он рядом со мной. Кстати, если он сейчас волка снесет, то мы все будем обязаны бить его, так как у него будет территория, чтобы выиграть послание. Да я не даю волка снести. Ладно, все, ушел, отставай. Медведь, почему ты не хочешь сыграть в союзе? У нас двое есть шансы выиграть. Если не хочешь ждать время союза, давай сделаем союз до тех пор, пока мы вдвоем не остаемся. Давай, синий, вот ты не будешь эту территорию брать, и я как бы не буду тебе ничего мешать. Окей. Так, где камни попадали? Здесь, во-первых. Так, во-вторых, где? Что, больше нигде? Вот еще. Блин, тут надо территорию развивать. Что-то все апнуто. Что, у меня только две территории с камнем? Вот еще. Три. Три территории с камнем. Сейчас будет пир устроить. Не успею, так. Так. Что, сухубочка падает? Да нет, я думаю, у него просто одну тиру отжали. Он согласился, кстати, на камень, потому что, видите, вот тут камень появился. Так, пошли. Закончим с этим парнем. Так, ну надо, наверное, переключаться на мудрость и пробовать славой побеждать, действительно. Зеленый, с тобой что-нибудь поторговать? Так, 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 что-нибудь еще? Ага, тут у нас... Вот славу может получить синий очень просто. Или может не оставлять его в покое? Сколько у меня сила? 15.
У него сила. Тоже 15. То есть у нас по деньгам примерно одинаково. Так, тут можно, в принципе, убирать башни. Да, давайте на славу переключать. Мне, в принципе, что я тут... Я очень сомневаюсь, что я быстрее могу побеждать наукой, поэтому славу. Здесь переключил. Ой, не успел, кажется, где-то добыть. Или успел? Нет, не успел. Ну, чуть-чуть тут буквально. Ребят, как таблицу скопировать? Откуда куда? Excel, как насчет Ctrl-C, Ctrl-V? Да. Вот только что сказать. Так, мне нужно... Центрон, какие у тебя планы на жизнь? Жилье. Давайте, пожалуй, воинов. Жилье, так, дом строим. Здесь забираем территорию. Здесь я построю еще этот. О, надо этих. Дерево добывать. Тут построю алтарь конунгов. Я понимаю, поэтому давай, что мы будем делать. Давай так, ты сейчас нападаешь на супубочку. Нет, не нападай, блядь, зачем ты это делаешь? В смысле, а ты в курсе, что серый не может на суккубочку напасть? Может. Нет. Да, он прыгнет, если... Да, если только через горы перелезет. Точнее, он может напасть на суккубочку, если он вынесет тебя, а потом меня. Вот тогда он может на суккубочку напасть. Так, давайте еще даже один дом построим. И можно, наверное, еще один. Так. Оленеводов еще один. Раз.
Какой год у вас там? 5-й. Все живы? Пока да. Мне опять не дали зеленого листья. У меня 2019-й. И там серый все-таки выносит фиолетового. У меня бани не было. Чего не было? Кровавой бани? Да. Знаете, что надо это дерево забрать? Он меня не снес, он нашел. Томительный парень. Ну, похилиться нужно. Давайте считать у синего территорию. Раз, два. А я зачем-то шубы взял. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, у нас с ним равная война. Да. Не равна? Мне надо этих ребят первым вынести. Я все равно отстаю на 200 по славе, блин. Ты захилишься, идешь меня сносить еще раз. Правильно? Правильно. Поэтому равные. Блин, мне надо этих тоже вынести. 50. Ну и алтарь надо построить, конечно. Леша, большая просьба, чтобы Сеня не выиграл по славе. Мы да я все... понимаю, блин. Я? Что я второй раз тогда выиграет? Почему ты не выиграешь по славе? А потому что мне неудобно территории взять. Вы просто меня атакуете и убьете. Если хочешь, зеленый, просто одним юнитом приди на мою маленькую территорию и забери. Зеленый, я приди даже... одним юнитом и забери. Он берсерк просит. Стоит. Мне берсерк, иди забери территорию. Забери одну территорию, мне же... Хреново, а я у тебя прошу, чтобы у меня... Так, слушай, фиолетовый, мне надо вынести гоблинов. Так что... А, выноси. А, через твою территорию придется это делать. Они тебе прям нужны? Прям да. Для славы или для чего? Ну да. А нафиг тебе слава? А что? Ты... Это гемор будет для тебя идти через меня, потому что вот эти лучше на вышку. Ты себе вот эти вот 50 славы гораздо проще на говне заработать, чем делать воинов. Понимаешь? А ты можешь мимо пройти? В смысле? Я не понял, какая улучшенная вышка? Нельзя. А ты улучшил ее специально, да? Ну да. Кстати, у желтого тоже. Серый, я нападаю на фиолетового, поможешь? Лёх, зайди на территорию, не волнуйся, не буду тебя накрывать. Зайди на территорию. Ну и забирай её. На здоровье. Ну ты сейчас просто фиолетовый сейчас проиграешь из-за этого. Я тебе мог эту территорию обратно отдать. Быстренько убил бы этих гоблинов, и ты бы забрал обратно территорию. А так он сейчас еще фиолетовый, все. О, чуть не тут горит. Стоп. Не доделал алтарь.
Не понял, как эта территория считается гоблинов, если их тут нету? Что это за... Блин, слушайте прикол, смотрите глюк. Вы видите карту? Смотрите, я не могу победить гоблинов, потому что их нету на этой территории. А, да, ржак. Ну, блин, подстава. А, алтарь стоит, я понял. У меня серый почти снес, вот прям на грани было. Фух. Вот мог подумать, а? Что медведь лени снесет. Гений? У тебя деньги закончились. Слушайте, ну они же появятся эти... Нет, не появятся. Неизвестно. Блин, мне сколько территории надо? 3 территории. Раз территория, 2 территория. Блин. Понимаешь, это очень хочется. Во. Так, это 50 славы. Зеленый, ты можешь напасть? Есть. За желтого, потому что сейчас там славы будет побить. Желтый. А, серый, ты не хочешь идти побить этого? Желтого, а не меня. Желтый хочет меня побить, да? Я вот, да, желтую еду и бить. Давай. Все, походу победа. Серый идет меня мочить. Я ж прям говорил, что надо желтого бить, а вы тут. Ну круто, а я тебе что могу сделать, если в меня серый упоролся? Ну, всем по два. Он не упоролся, ему реально больше в некого было. То есть, а что ему надо было делать, серьезно? Ну это карта хреново сгенерировалась, по-моему. И в мою пользу сгенерировалась, походу. Кстати, да, у нас генерируется небаланс. Вы посмотрите, слева от Лёши очень много места. Там в теории между этим желтым мог чувак появиться. Слева? Ну да. Ты имеешь в виду слева, да, где? Да, да, да. Вот куда ты территорию сейчас расширяешь, там где железо. Вот. Так а там зеленый был. Он контролировал эту территорию, это как бы территория зеленого. Но. И он я там захватил потом, а он отбил у меня обратно. На данный момент ситуация в турнире вот такая, после двух игр в каждой группе, ну тут видите, четверо, потому что их тут сначала пятеро было, но один, я так понимаю, отказался дальше продолжать, но вы видели, на карте из пяти человек не очень сбалансированная ситуация, поэтому даже на четверых лучше, видимо, будет ситуация в группах, еще, я так понимаю, как минимум две отборочных партии надо сыграть. И дальше двое лучших будут выходить в полуфиналы. Ну ладно, тебе 4, всем по 2. Но вообще дебильно сгенерилось, потому что нету прохода между серым и синим. Да, между синим и черным нет прохода, там просто стена. Не помню, почему я... Ну, серый, ты меня, ты зря меня уже бил. Слушайте, прикол, мне только что написали, что... Это, видимо, синий отправил ко мне рейды, да? Мне только что написали, что я проиграл. Ну я победил, надеюсь, или как? Да, ты выиграл. А потом уже менять как бы свое направление на желтый, мне как-то не хватало силы. А тебе нужно было сделать со мной союз. Если бы вы оба смотрели союз, я бы ни на кого на вас не нападал. А почему тебе ни на кого не нападал? Ты бы на кого-нибудь нападал бы все равно. А мне союз с тобой... Если... Ладно, народ, всем пока. Доброй ночи. Это если бы союза не было. Спокойной ночи. Но в теории у меня не было шансов по слабее выиграть. Я таблицу доделаю. Да.
Поэтому меня бить было бессмысленно. Нужно было бить того, у кого были шансы. Это был ты и Скобочка. Потому что вы вороны, вам-то в разы проще, чем остальным кланам. Ну и синий, мне кажется, ты зря там зеленого решил пилить. Отбился бы от него и все, и дальше бы сидел. А мне он как противовес нужен был, чтобы он там находился. Видишь, и зеленый сразу к тебе как-то так негативно стал относиться, по-моему. Синий мог выиграть по славе, но, видимо, у них со зеленым были терки. Они у него со мной были терки. Он почти зеленого... То есть у вас никого не снесли, да, получается? Да. Понимаешь, вон, я сидел в 3000 воинов... Ой, я сидел в 3000 денег, 25 воинов, у каждого из них по 17 урона. И ко мне заходит медведь в 26. И он мне почти в салат разбил. Я успел выйти, похилиться еще раз зайти. Олень, не олень. Мишка... Ну, точно не балансный. Ну так может все-таки как-то это без мишек будем играть уже? А мы не можем, потому что против мишки есть контрпик дракон. Да, мишка очень сильно хорошо контрится драконом, это жизнь. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!